первобытный поток, храм Сюанькун, колокольня. Так, даже не умерла. Ну, серьезно. Шелли, что происходит? Я на скале, меня засасывает в черную дыру. Боже, почти на месте. Ты встала с Уэйком? Нет, ничего не слышала после сброса транспорта. Потом он потерялся. Понял. Я попытаюсь связаться с ним сам. Согласно датчикам, импульсные волны из черной дыры достигли своего пика. Будь осторожен. Как они любят давать врагов и при этом болтать. Так, куда-то перелезть надо. Так, вот эти патроны мы не тратим, потому что они, в принципе, самые хорошие. Так, наверх, как наверх запрыгнуть? Прям так. Эй. Не получилось. Надо было с разбега. Ломай все, круши. Думаю, что смогу туда добраться с крюком. Так, мы все ближе к черной дыре. Конечно, куда без вас? Все. Так, я не знаю, куда сюда. Сюда. Правильно идем. Происходит. По нам бьют, это понятно. Так, попробуем. Значит, все слишком. Эй, все-таки попал. Так, что-то не очень прикольно, когда они все толпой и все ближники, и мы ближнюю эту силу тратим. Ничего не сделать. Дробовик как-то особо не помогает. Так, попробуем здорово сначала убрать. Сколько ему надо? Много ему надо. Перелезть через забор с помощью крюка. Это отряд генерала Лина. Надо быть осторожнее. Так, ну главное, чтобы не в стелс. Используем крюк. Новая цель — сразить древних солдат.
Так, хп у нас хорошенько отняли. Подождем. Так, все, остановились. Так, тут очень неприятный. Так, других патронов у нас здесь нет. Где-то еще, по-моему. Вот еще. Так, прокачаем оружие. Последнее у нас осталось. Разблокировать. Так, и здесь не надо, наверное, пора что-нибудь изучить. Разрез огромным клинком. Так, ускорение нажмите. Е. Так, ну попробуем. Хорошо, попробуем разблокировать. Как раз таки 3. У нас 3 было. Так, то есть мы движемся. Надо удерживать. Хорошо. Здесь повсюду развалины. Еще снайпера. Вблизи подошел неприятный тип. Все, не все. Так, на то вблизи надо. Так, попробуем. Так, это не то. Сейчас надо вперед нажимать. Да, не получилось, надо вперед бежать. И зажимать. Я попытался назад, назад не получилось. Шелли, я засек помехи с ближайшего здания. Какая твоя текущая позиция? Много летающих камней меня все еще засасывает в черную дыру. Хорошо, Уэйк все еще не выходит на связь. Я тебе сообщу, если что-то изменится. Так, прыгать по камням. Будем прыгать по камням. Так, неплохо сшибает. Еще их отталкивать. Но это умение хорошее. Надо его прокачивать. Так, использовать крюк, чтобы пройти дальше. Это сейчас, наверное, будет здесь появляться. Нет, не появляется. Так, не получается так. Так, нас кто-то сзади бьет. Нет, от этих урон идет. Нет, нет, нет. Так, мы куда-то упали. Пока повисли. Так, ну, попробуем выбраться. Так, должно получиться, да. Получилось выбраться. Однако... О, здесь много патронов. Так, как бы нам их убить отсюда? Сюда прям очень, не очень.
не вижу еще одного. Ладно, пока продвигаемся дальше. Внезапно сильно похолодало. Как может идти снег в это время года? Так, может, мы его сможем приблизить как-то. Там он будет мешать. Но я его не вижу. Он где-то там. Так, не долетели. О, хорошо, появились прямо здесь. Так, может, через крюк? Нет, не через крюк. Так, этого пока не видно. Ладно. Пусть живет. Директор Чен, я прибыл в плазу. Я вижу деревянное сооружение. Это павильон Сюанькун. Это место, откуда поступают помехи. Исследуй его незамедлительно. Павильон Сюанькун, а? Поняла. Направляюсь туда. Так, ну, большая локация, много снайперов. Ну, лучников. Оружие не очень годится. Так, не знаю, получится или нет. А у нас не хватает. Вот сейчас должно хватить. Вот сразу по всем. Но не очень удобно. Что это мешает? Ближник. Нет, ближника уже нет. А, не очень приятная локация. Их много было. Так, есть у нас один патрон. Так, здесь 8. Забрать. Так, это можно все ломать, крушить. Нет, нельзя. Так, ну и здесь нас кто-то встретит. Нет. Так, вот там еще кто-то появиться должен, по-моему. А, вот мы этого еще не убили. Это новые появились. Типично они изгибаются. Так, теперь здесь кто-то появится. Исследовать павильон Сюанькун. Долго же тебя носила. Ха, ну ты прибыла слишком поздно. Как только я закончу изливать этот первобытный поток на землю, черная дыра изменит весь мир. И твой план должен изменить мир? Какая бредятина. Ага, а ты попробуй меня остановить. Вновь. Так, нету энергии. Так, не помогает. Так, можем сюда выйти. Нет, не можем. Чем меня сейчас убьет?
хотел убежать на более обширную локацию, но не получилось. Так, вот так тебя можно бить. Так, это не помогает. Это помогает. Там надо перезаряжаться. Но хп мы много не сняли у него. Так, наверное, лучше всего снимает хп. Так, тебе еще можно... Нет, притянуть тебя нельзя. Так, чуть-чуть осталось. Броню пробьет. Хорошо, опять ты еще и летаешь. Не-не-не, меня закрыть хочешь. Так, сейчас, наверное, еще эти маленькие придут. Что у нас есть из крутого? Так, вот здесь 35. Ну и все. Так, в орла стрелять не очень хочется, но придется. Так, если мы тебя... О, змея. Так, змея, по-моему, только в рукопашку убивается. Так, он, в принципе, тоже в рукопашку убивается. То есть не очень хотелось к нему близко подходить. Мы больше хп теряем. Закончились, да? Нет, еще 75. А это уже другое оружие. Так, все сразу. Змея и орел.
Да, это в рукопашку хорошо справляется. Со змеей. Так, попробуем пистолетом. Здесь патронов мало. И сколько там еще? Да, мало. Он стреляет очень быстро. Давно не виделись, Шелли. Только подумать, что мы вот так встретимся. Первобытный поток почти иссяк. Как только он весь вытечет, будет рожден новый мир. И затем я стану повелителем всего мира. Какого черта? Шелли, держись, я тебе помогу. Умри, Лин. Так, нажимаем F. Далее огромный кратер внезапно образовался в 20 километрах от города. Специалисты исследуют возможность того, что он был вызван небольшим. Внутри него обнаружены некие древние руины, пластинчатые объекты и неизвестные химические элементы. Сейчас специалисты исследуют пробы, взятые с места происшествия. Мы будем вам сообщать о дальнейшем развитии ситуации. Директор дизайн создания. Так, это был финал. То есть мы как-то откатились обратно, то есть в начало игры, но при этом нашли маску, то есть немножко другие новости какие-то. Что ж, ладно. Благодарю всех за просмотр. С вами был Норд. Так, сложность простая, время прохождения 1:37, полученная реликвия 192. Так, попробуем нажать продолжить, что у нас будет. А ну, в принципе, мы начнем, наверное, с самого начала. Так, сейчас выберем какой-нибудь скин другой. Так и быть, попробуем что-нибудь. Ну, бикини я выбирать не буду, это уж совсем. Пускай будет черный котенок. Да. Так, ну и здесь просто посмотрим, как это выглядит. Допустим.
допустим, голубая эмаль, золото, просто разные повыбираем. Пускай будет розовая плоть и оружие ближнего. Вот это я хотел дракон и тигр посмотреть. Так, выходим, нажимаем продолжить. Ну, допустим, теперь выберем месть. Так, перенести навыки и начать. Перенести ваши навыки, очки навыков и перезапустить сцену сначала. Да. Так, единственное, что нам, скорее всего, нельзя будет пропустить начальные вот эти вот кат-сцены. Так, вступление особняк. Да, нам это не пропустить. Так, ладно, я тогда это вырежу. Так, пару касцен я пропустил. Здесь мы уже плывем в нашем наряде. С нашими скинами. Ну и сейчас немножко вначале посмотрим, просто как у нас там с навыками. По идее, все должно остаться. Так, как и писалось ранее. Ну и нас, наверное, в ближайшее время убьют, так как ложность высокая. А, у них, наверное, больше хп, то есть их сложнее убить. Да, не особо. Также хедшотом не убивается. Так, смотрим, что у нас здесь. Да, здесь у нас все прокачано. Не все прокачано. Это прокачано, а вот это почему-то шоковый удар не прокачан, хотя... А, у нас его и не было. Так, а что у нас? А вот у нас галочка стоит, да. Это у нас взято. Так, ну попробуем это разблокировать. Так, здесь мы ничего не сможем разблокировать. Что-то в прыжке. Так, ну попробуем первых убить. Так, наше умение. Так, ну да, уже хп практически нету, и нас убили. Да, здесь немного посложнее. Вблизи уже драться особо не будешь. Надо все делать издалека. Так, в принципе, от нашего скина мы многого не увидим. Так, оружие у нас все есть. Здесь у нас розовая снайперка. Так, а в голову-то не обязательно стрелять. Так, тоже убиваются. Обязательно блокировать. Так, где они? В прыжке получится, не получится. Не получилось. Это все осталось. Никого и нет. Так, ладно, здесь, конечно, на этой сложности выпрыгивать так нельзя. Там наверху еще должны быть людишки. Так, ну ладно, в принципе, появились. В принципе, можно заканчивать с прохождением. От скина здесь, конечно, большого толку нет, только если в кат-сценах. Ну, вот так вот видно, колготки. Так, все. Сейчас, по идее, большие еще спустятся. Ладно, заканчиваем игру.
Возвращаемся в главное меню. Ну, в принципе, вообще выходим из игры. Еще раз благодарю за просмотр. И... О, здесь тоже, кстати, скин меняется. Да, то есть главное меню тоже меняется. Отдыхает. Благодарю всех за просмотр. С вами был Мороть.